третья или третья, не знаю, это будет еще. Потребность очень большой, но я сказал бы, что их все-таки в мире много. Один из, потому что там у Перта очень повезло, это то, что он писал, ну я не скажу, что просто, простой текст, но все-таки для самодеятельных форм просто, простой текст. Вы представляете, мессу Стравинского или мессу Баха или мессу Петра. Это как внешне. Но эти, как мы называем самодеятельные или церковные хоры, их все миллионы. Они все, для них это мёд. Понимаете? Это прекрасно звучит, красиво звучит. Служение в церкви, есть ансамбли, кто возьми их из этого большого кафедрала на концертный зал. Это катастрофа будет. Потому что там качества нет, но есть это флюид. Вот очень многие сидят на флюиде. Но вот это не уэйдж, точно. Мне кажется, что отчасти это коммерческий успех, который мы не можем отрицать. Не, абсолютно. Он связан еще и с тем, что гуманизм очень актуален, там, не знаю, в интерьере, в декоре, там, во всем. Ну, все, конечно. Дизайн, дело. И, конечно, еще как человек мировой, который свое отношение, да, к Ростовскому, там, я не знаю, Ростроповичу. Когда скончится Бенджамин Бриттен. Понимаете, что вот человек мира ощущает вот это все. Это тоже очень помогает. Очень гордый сифон. А мы еще продолжим. Мы еще и не используем. И не будем, да? Пока. А ее же запретили один раз играть. Нет. На Ходорковскую. А, просто запретили объявлять. Нет, это будет... А в программке было написано. Да. А если кто-то пришел, да? Ну, как у Кончели, например. Да. Ну, кстати, если говорить о политике, то фестиваль, где был верх, появился с огромным сожалением сам. Да. Например, продукты, к сожалению, нашим великим из Эстонии привезти не можем. Да, продукты. Вот. А, ну, вот, но нас сложно. Потому что мы не продукты. Да, но у вас есть какой-нибудь особенный, ну, когда люди начинают политические, когда народы начинают возвращаться с такими средствами, вы все-таки приезжаете, вы играете, вы были большие. Нет, но у меня, если ты говоришь просто про меня, это делаю всегда денежку. Для меня не было никакой дыры. Я все время, потому что мы приносим одному другому географическому пространству. Потому что вот наши друзья живут там половину, но не половину, в Эстонии, или мы же не чувствуем, что мы чужие люди. Но вот я говорю, а я не чувствую в России, да? Хотя я же выступаю по всему миру, я говорю очень много языков и делаю, но это не значит, что я не чувствую, что вот это наш клуб. Давайте поговорим о Пасио, потому что премьера российская, она сейчас центральная фестиваля. Я знаю, что там связана такая довольно поэтичная история о том, как создавалось сочинение, что сначала были наброски, потом это было заказ на словарскую гаражку. Но это начался уже писать до эмиграции. Да, до эмиграции, Сталин. Это, да, я помню, я видел все это. И расскажите. Нет, но я видел все произведения, которые писали до эмиграции.
это тот самый Тедеум, не говоря о фатресе, эти мирные вещи, но и эти, конечно, которые мы сейчас, я выбрал этот раз совсем первые. Сари потрясающие. Сари было 90 лет, это потрясающе. Но я говорю, а это, вы знаете, это он начал писать без этого. Без линии? Без линии, да, все. И писал просто на чистую бумагу. Там написано вот, но это произведение было такое, можно сказать, революционное. На чистую бумагу написано? Просто вот как в эти дни. Эти удары. Это было как живо. И очень красиво, он пишет очень красиво. И разными красками, чтобы вот это было. Это одно краска, там синяя, по-моему, синяя, и красная, это просто, понимаете, такая, как книга. Но если это, вот знаете, эту историю и понятие, я хочу сказать, что если этого не знать, может быть,